от имени юношей и девушек Крымского комсомольского отряда, что мы ваше доверие, ребята, оправдаем и будем работать по-корчагински. С комсомольской путевки началась большая жизнь многих тысяч строителей комсомольской ударной стройки Чернобыльской АЭС, первенца атомной энергетики Украины. Все у них здесь было впервые. И первый бетон, и первый шов, и первые неудачи, и первая трудовая победа, и первая любовь. Find the radiation.